Стой. Это платная дорога. Ха, смело болтаешь. Только... Смело? Да ладно. Воу. Мимо. Подожди, девочка. Не спеши. Да ладно. Упс. Кто-то умер. Ребят, ну что, обратили внимание? Обратили внимание, что посохи не разряжаются. Вообще не разряжаются. Сегодня секрет Аскарима. Как зачаровать вещи так, чтобы они не разряжались. Ну, погнали. Огромное спасибо хочу сказать Ефиму Никитину, который именно поведал мне этот секрет. Спасибо тебе огромное. Ну что, ребят, для того, чтобы наши посохи имели бесконечный заряд, ну, как видите, сейчас он просто разряжается. И все, это величайший посох Вабаджек. Его можно получить даже на самых первых уровнях, и внизу есть ссылочка, как его получить. Но вы его получили и... Ну, блин, для него нужны камни, и заполненные камни, и его нужно постоянно заряжать. По-моему, заряда хватает на 10 выстрелов, 10-15, и все, но этого мало. И хочется сделать его бесконечным. Это все можно организовать, сейчас я вам все покажу. Также это все работает на всех посохах разрушения. Такой эффект можно сделать на любых посохах, вы представляете? Посохи восстановления, посохи иллюзий, посохи колдовства, но самый няшный, конечно, посохи разрушения. Вабаджек — это посох разрушения. Еще я взял с собой вот этот вот посох цепных молний, который обладает уникальным эффектом стана. Это единственный посох, который может станить, как с двух рук. Ну, я за него рассказывал уже. Ладненько. Все разряжается, ребят. Все не бесконечно. Так неинтересно. Давайте официально сделаем так, чтобы это не разряжалось. Ну что, для начала, ребят, нам нужны определенные вещи. Заходим в одежду и, ну, достаточно нам кольцо, обруч. Ну, также вы можете, не обязательно обруч, можно любой шлем. Ожерелье и броня. Все. Эти 4 эффекта нам нужно зачаровать. Ну, на ранних этапах игры бывает сложновато зачаровать или достать, например, максимальные черные камни душ или великие. У вас могут быть большие. В таком случае есть еще один предмет, который вы можете взять. Это вот этот вот фалмерский шлем. У него уникальный бах, я бы сказал. Что надевается вместе? Вместе с обручем. Ну, я его даже сейчас использовать не буду, но так, знаете, для ребят, которые, например, не поняли полностью, то смогут его использовать. То есть, что нам нужно? Смотрите, мы заходим в пентаграмму душ. Зачарование нам нужно. Едем дальше, ниже. Ищем. Вот, повышение навыка разрушения. Если я просто кастую его, то заклинание разрушения расходует на 25% меньше магии. Я думаю, многие поняли, что мне нужно зачаровать 4 вещи. 4. 4 вещи, 25, и мы получаем 100%. Ребят, если вы сделаете вещи, у которых будет 80, 85 или 90, то эффект не будет работать. Заряда будет больше, но не бесконечно. Вы обязательно должны сделать 100. То есть 4 вещи по 25 это 100. Также вы можете зачаровать на 20%. Ну, тогда вы будете использовать именно шлем Фалмера. Вот. Ну что ж, заходим. Находим колечко, камень душ. Желательно, если вы хотите получить 25, именно 25 эффект, то используйте черный камень душ или великий. Можете использовать большой, но большой, по-моему, будет зачаровывать только на 20%. Так что, знаете, если хотите большие, то тогда нужно использовать, как говорится, 5-й предмет. Ну, мы возьмем только 4. Камень душ, золотое кольцо, зачаровываем. И такое действие, ребят, мы проделываем всеми 4 предметами. Вот и все, ребят. Ну что ж, одежда. Вот у нас вещи. 25, 25, 25
25. 100. Мне даже он не понадобился. Ну так, если вы захотите больше. Окей, все сделали. Теперь. Я беру посох. Давайте возьму баджак. И цепных молний. Смотрите. Вау! Все кастуется бесплатно. Все кастуется бесплатно. Это просто невероятно. Невероятно. Ребят, как говорится, такой же эффект можно сделать, как я и сказал, с разными магиями. Если у вас есть посох восстановления, если у вас посох зомби или еще какое-то, которое относится к другой магии, вы должны знать, что это. То вы можете также зачем зачарование выбрать, например, предмет, ну вот у меня. И если вы хотите, чтобы у вас бесконечная хилка есть, посох союзника вы хотели, то это восстановление. Если вы хотите изменения, то это навык изменения. То есть вы должны 4 вещи сделать на восстановление. И также 4 вещи сделать, если хотите пользоваться изменением или иллюзией. Просто делайте себе комплекты на восстановление, на изменение, на колдовство. И все. Все. Нашли крутой посох, посмотрели, что это за посох, какой класс магии он относится. И бегайте, бегайте, просто разваливайте все. Вау. Ну, скажите вы мне, где можно получить это? У меня его нету. Блин. Ребят, давайте я вам расскажу, где это все можно получить. Ну вот, ребят, вот, я думаю, вы уже узнали это место. Да, ребят, это коллегия Винтерхолда. Здесь есть все маги за всех классов. У них есть магазинчики. Ну, то есть вы у них можете просто купить все вещи по нужной вам магии. То есть, если нам нужно разрушение, то мы его покупаем, разбираем в пентаграмме душ, и эта магия у нас уже получается. Давайте кого-то найдем. Ребят, ну что, вот тут маг, который нам нужен. Это Фаральда. Фаральда — это мастер магии разрушения. Нет, я хочу с тобой поговорить. У нее можно купить то, что нам нужно. Заходим. Одежда. Так, капюшон адепта. Это увеличение магии. Не нужно. И вот, заклинание разрушения расходует на 17% меньше магии. Вот что нам нужно. Ну, нужно купить один комплект. Ну, конечно, он стоит дороговато. Бывают у нее просто какие-то колечки или еще. Лут постоянно меняется, и у вас может быть все что угодно. Самое главное нам купить заклинание разрушения расходует на 12% меньше магии. Хоть что-нибудь. И эту вещь вы должны разобрать в пентаграмме душ. Эта магия появится у вас, и вы сможете использовать эту крутую фичу. Давайте немножечко это все потестим еще раз. Ребята, ну что ж, сложность легенда. Давайте немножечко потестим. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, мужик, стой. Дай возьму. Ни следа. Да? О, блин. Воу! Так, ребят, попытка номер 2. Давай. Он убивает нас просто с одной тычки. Просто с одного удара. Но, благодаря нашим посохам, он просто ничего не может сделать. Дяденька, и вечно встанет, да? Да ладно. Вау, главное не подпускать его слишком близко. Один замах. И все, друзья. И все. Так что вот так вот. Если вам понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. И комментируйте. Так. Немножечко пропустил. О, черт! Да. Но нужно внимательно играть. Очень внимательно. Ладненько, друзья. Всем счастья. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Комментируйте! Если вам понравилось это видео немножечко больше, порекомендуйте его друзьям. Ссылки в соцсети чуть ниже. Спасибо вам! Спасибо и пока!